哎呀，喂，你好。小夏。小夏。上。上分下。那就是。哎呀，我。那就是。上西江。看杨琼如江。你就想为爷爷去打打咖啡。那个几个要比不。不得，这都不得天子干脆掉一只巴扎斯的，马莎斯。А скажи, накати-ка я в ебука. Накати-ка я в ебука. Я в ебука. Я в ебука, так сказал мне дебил. Накати-ка. Отвали-ка. Я в ебука. Всем привет, я Олег, директор кафе. Мы заказали роллы. Ебанулись, что ли? Короче, пишут, да. Мы, в общем, в понедельник, мы только что были на мероприятии, где я пел песню «Малышка, танцуй». Мы... Понедельник. Мы захотели потусить и нажраться. В понедельник. Но мы поняли, что понедельник. Да. Найти место, где очень много красивых девушек, и вот, видите, ни одного. Если где-то сейчас есть девушка, давайте знать, мы приедем, и я накажем вас. Олега и поеду спать. Потому что я в отношениях, но я не каблук. Кстати, это самое. Мы 26-го приезжаем в Питер. В 15:30 отъезжаем в Москве. Во сколько приезжаем? Я не знаю, сколько едет поезд Сапсан до Питера. Часов 5, да? Ой, 4 часа. Вот, приезжаем в Питер. Пойдем погуляем, наверное, да? И ночью пойдем в клуб Санта-Барбара. Я не знаю, что за клуб, если честно, но говорят, что классный клуб, да, будем там зажигать. Супер-мега-трэш. Все, кто хотят... Посмотреть на это? Посмотреть на нас. Приходите. Будем рады видеть. Мы будем много танцевать. Я вообще еду за компанию с ребятами просто ради прикола. А я еду за компанию... Тоже Пашин приятелем. Ради прикола. Зачем ты как девушка начинаешь поправлять волосы? А у меня такая прическа, которая нуждается в поправке. Видите, мы сегодня пьем что? Амиран пьет морс, а Олег пьет безалкогольное пиво. Почему? Потому что он безалкоголик. Безалкоголик. А кто из Питера здесь? Сделайте плюсик. Интересно, вообще много нас смотрит питерцев? Последняя 3000. Последний раз, когда я был в Питере, я вот подытоживал... Ой, как много питерцев, смотри. Последний раз, когда я был в Питере и уезжал оттуда, я подметил такую штуку, что в Питере что мало... Нет, в Питере мало симпатичных девчонок. Правда, не обижайтесь, но я ни одну не встретил. Я гулял там 2 дня. Мы там, правда, много работали, но по Питеру мы тоже много успели прогуляться по улицам Питера, тепло было. И вообще не было симпатичных девчонок. Может, они у вас в клубы ходят, все пафосные, я не знаю. Не ходят по улицам, как в Москве. В Чечне нас ждут, брат, и причем не один. Не сомневаюсь. Когда поедем? После Питера. Ну, я приеду, когда официально Кадыров приглашение отправит. С удовольствием. Хотя даже если я не захочу, я все равно поеду, если Кадыров пригласит. И ты поедешь тоже. И я поеду тоже. И скажешь... Слушай, можно по-братски сделать? Что, пропиарить в Инстаграм? Нет, в GTA Нип пропиарить. В GTA Нип? Ну, как? Давай. Ребятки, привет. Когда у меня есть время дома, я играю в GTA 5 на PlayStation 3. Да, у меня... Я не такой богатый, как Амиран, у меня всего лишь PlayStation 3. Так вот, кто хочет поиграть с директором, где-то примерно через часа полтора-два я буду играть. Мой ник в GTA Ахиллес21. Ахиллес21. И я люблю тебя тоже, малыш. А, это Влад какой-то. Придурок. Да. Мой перископ не про это, Олег. Ты завязывай. Ахиллес21. Да. Кстати, это единственный стример, по-моему, который стримит через перископ. Я вообще впервые такое видел. Я не умею. Он даже не знает, что в PlayStation 4 есть такая кнопка, как... У меня PlayStation 3. Стрим, да. А я про 4. 3-то нету или есть, я не знаю.
А, спроси, есть стрим? GTA 3. Ребят, есть, можно на тройке PlayStation включать стримы? Я не знаю, можно, нет? Через плойку. Не через Mac, а через плойку. Нет, говорят, нельзя. Нас подстригаешь, что? Нос подстригаешь? Да, в носу подстригают. Не, жопу не бреют. Ну, иногда. Кать сказала, бреешь. Ну... Кать сказала, что ты бреешь. Когда на отдых еду, бреюсь от спины до жопы. Катя сказала, когда ты напиваешься, она этим пользуется и бреет ее все. Мы сейчас пели «Малышку, танцуй, побрейся». Оденься. Оденься, да, разденься. Олежка свободен, ну, Олежка, ты свободен? Сегодня, да. Интересуется Влад. Влад, иди нахер, девчонки. Сегодня я свободен. Я поем роллы и готов ехать к вам в любую точку. Так ты уже определил, что GTA Ахиллес будет. А, да, пацаны, короче. Девчонки, простите, мы с пацанами уже договорились. Пацаны. Но если Ахиллес... хорошие девчонки напишут, то и пацаны, простите. Да, можно ли он? Ахиллес 21, пожалуйста, GTA 5. Плюс кто будет играть. Вы можете прямо сейчас мне отправлять заявки в друзья, я вас добавлю. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Но если девчонки классные сейчас напишут, то да, пацаны, простите. Да, да, да. Подписывайтесь, девчонки. Если девчонки классные напишут, то мы готовы ехать. Все. Олег, ты не мог бы засунуть палец себе в банус? Ты специально? Покажи. Уже улетело. А ты врёшь, потому что? Нет. Твою машину в клубах ставят, я отметил тебя. Чё? А, в нос попросили, не в анус, в нос. Чувак, а. Знаешь, что? Видел твои номера фотографии, машины выставили, которые есть? Ну да, и чё? Тебя найду. Да, слушай, а когда ты... Невозможно скрыть это. Мне уже в пробках подъезжают, типа, не бей, хотя по-любому номера спалишь. Тебя ты свои еще не спалил? А? Ты свои еще не спалил? Хочешь, выйдем покажем? Нет. Почему? Потому что... Ты можешь быть до конца открытым со своими поклонниками и подписчиками? Тебе пишет девчонка, привет, сколько стоит тебя вызвать на ночь? Тебе в контакте не писали. Так приятно. Напиши 36 тысяч. Может, это Катя? Напиши 36 тысяч. 36 тысяч. Минет тоже, да? В смысле? Из Калуги много, ребят. 28, как Коваленко. Сейчас нам принесут Тайгер Рору. Кстати, вот почему называется так перископ. Тайгер Рору, роллы в Якиторе очень вкусные, жареные. Потому что она не китаянка. Братан, надо разговаривать с ними так. Почему? Потому что все знают, что она не китаянка. Но заведение-то японское. И им приятно, да? Конечно, ты что? Тупой. Смесь тупой. Ты тупой, понял, блин? Ну, хорошо. Подписывайтесь на меня в инстаграме Miami Олег Official. ВКонтакте Олег Miami. Сегодня я расчехлил камеру, подбежала сначала две тёлки, показала инстаграм, потом Олег показал инстаграм, потом еще один чувак подбежал и показал свой инстаграм. Потом охрана подбежала и попросила, и показала свой инстаграм. И попросила Амирана выйти, блин. Подожди. Ребят, давайте объективно на чистоту. Вот вы меня любите, я вас очень люблю. И я считаю, что наш канал... Ну, серьезно. Слушай, а вот я сейчас создал канал «Склад Чайки». Он тоже наш? Или мой? А? «Склад Чайки»? Да. Ну, «Чайка» же ты. Значит, мой. Да. А «Дневник Хача» — это ты. Нет, «Дневник Хача» — это ты. Миран, это полностью твоя заслуга. Мы всего лишь маленькие пешки в этой игре. Но нам приятно быть с тобой. Вот. Я директор кафе. Да. И мне приятно быть директором кафе. Да. Я никогда подумать не мог, что я буду директором кафе. А как тебе? Я такую глупость даже вообще... Такая глупость даже присниться не могла. Но я директор кафе. Директор кафе дошел до 1/4 голоса. Ты можешь себе представить? А все благодаря кому? Благодаря вам. Иди работай, директор. Ты знаешь что-нибудь про меня? Ты.
Ты знаешь, что мне нечем платить за квартиру в этом месяце, блядь? А? Плачь, плачь. Ты. Скажи Киви кошелек. Ты, блядь. Киви кошелек 487-65. Ребят, на самом деле, из нас из всех мажор и богатый человек только Амиран. Неправда. Ну, и правда. Благодаря ему, естественно, нет. Давай, давай так. Мажор – это вот этот уродни, а Амиран – он просто успешный человек, который сам добился всего. Ты знаешь, я вам кое-что скажу. После того, как я побывал у Текилы дома, кто видел выпуск, я надеюсь, видели все уже последний выпуск. Ну, ты понял, что уродни далеко не мажор. Нет, я понял, что я далеко не состоявшийся еще. Я московский нищеброд. Я прошу вас называть меня отныне московский нищеброд. Меня. А тебя просто парень из Магадана. Пацан из Магадана. Нет. Директор этого киоска. Или подвала. Подвала, да. Бомж, да, просто бомж. Кстати, вы очень и не бомж. Идем? Бомж, Амиран. Ребят, согласитесь, что вот. Вот мне лично кажется, что мне очень идет имя Алехандро. Вот реально. Вот, ты ну, чё, блядь, Вась? Серьезно. Ты себя видел, блядь? Чувак, я Алехандро. Ванька, блядь. Алехандро, блядь. Ванька. Ванек, ты чё, блядь? Вот Ванька. А ты вот... А вот посмотри, спроси у них, что лучше тебе идет, Ванька или Алехандро? Ребят, ну серьезно. Алехандро же идет. Чего Майами? Я директор на всю жизнь. Что, Ванька пишет? Ванька, да, тебе пишет. А ты Петька. Нет, знаешь что? Вот ты... Я Ричард. Ричард. Ты Ричард, да. Просто. Смотри. Король Ричард. Скажи, всем привет. Я Ричард. Я... Давай. Hello, my name is Richard. I like... pussy. Ричард и Алехандро встретились. Два пидораса. Всем смешно. Привет, я Алехандро, а это мой друг. Наша подруга. А это наша подруга. Гений. Да нет. Что, гей? Давайте вы... Нет, давайте у вас будет поинтереснее. Красивое имя. Я Ричард, он Алехандро, а вы... Давайте вы будете... Люси. Нет. Давайте. Люси, да. Люси. Давайте вы будете убить Билла. Давайте вы будете Люси, а я буду вашим... Нет. Олегом... Она будет... Родионом Газмановым. Убить Билла. О, вы будете убить Билла. Точно. Смотрели фильм? Да. Смотрел. Давно. Вот, вы будете Билла. Люси. Люси, мы вас любим. Спасибо большое. Спасибо. Ричард. Да. Что тебе принесли? Тайгер Ору. Ну что? Да, и мы будем кушать, да? Да, и попрощаемся. Ребят, мы вас любим. Девчонки, если... будете в Питере, будете звоните. В Питере, то приходите обязательно, но это само пишите собой. В директ. Но если вы сейчас, сегодня, вам нечего делать, вы красивые и свободные, пишите нам в директ, мы готовы приехать, чтобы подарить вам счастье. Правильно? Ага. Ричард, обращайся. I like pussy. Целую вас. Ваши Ричард и Алехандро. До новых встреч. Пока.